зенитно-ракетный дивизион С-300 прибыл сюда железнодорожным транспортом, а также от станции погрузки АЙНИ. Россия отправила комплект зенитно-ракетных систем С-300ПС в Таджикистан для прикрытия своей военной базы и противовоздушной обороны. Комплект зенитно-ракетных систем С-300ПС поступил на вооружение 201-й российской военной базы в Таджикистане. Технику доставили из арсенала хранения Центрального военного округа в Поволжье по железной дороге. Об этом сообщает телеканал «Звезда». По официальным данным ЦВО, целью проведения дежурства станут прикрытие военной базы и противовоздушная оборона совместно с вооруженными силами Таджикистана. Количество различной военной техники составляет 30 единиц. Помимо самих зенитно-ракетных систем, в страну прибыли командный пункт, пусковые установки, радиолокатор, а также машинообеспечение. Подготовительных мероприятий зенитно-ракетный дивизион заступает на опытное боевое дежурство, основной задачей которым является прикрытие объектов 201-й военной базы. Напомним, что 201-я военная база размещена в Таджикистане еще с советских времен. И с 90-х годов выполняет функцию по обеспечению безопасности режима Рахмона, а также обеспечение колониальных интересов России в Центральноазиатском регионе. Срок его действия обозначен до 2042 года. Пребывание военной базы продлено до 2042 года. Соответствующие договоры были подписаны и ратифицированы правительством Таджикистана. Военная база была дислоцирована в городах Душанбе, Куляб и Бахтар. Владимир назначен командиром 201-й военной базы.